очень трудное было поле, погодные условия, конечно, первый тайм такой был в острой борьбе. Но второй тайм мне очень понравился. По игре хорошие комбинации. Наконец-то ребята выполняли то, что я от них требовал, то, что мы наигрывали на этой неделе. И те вот голевые моменты, что мы создали, это были как раз ребята услышали. И я считаю, вот второй тайм мне понравился. Ваши вопросы? Большой вопрос. Сергей Витальевич, расскажите, пожалуйста, как, может быть, менялась на игру установка, исходя вот из специфики газона? Кажется, что вот нужно как-то, может быть, больше верхом играть, больше... Верхом вы сами видели. Игроки Днепра очень высокие, центральные защитники. Вот. И мы, наоборот, планировали через проникающие передачи именно низом, за счет сбегания игроков из глубины. Первый тайм Днепр сидел очень низко, поэтому не было этого пространства. И даже если вы видели, тот же Гуренко выходил на подачу с фланга, а мяч застревал в луже, в воде, и было сложно доставить туда мяч. Но, наверное, мне вот понравился второй этап, что ребят как-то раскрепостили, стало все получаться, стали проходить проникающие передачи, люди стали предлагать за спину, и так мы и первый гол забили, и другие моменты, что создали. Поэтому, и понравилось вот это, ребята именно стали биться, стали на максимальных скоростях работать, поэтому так. Еще вопросы? Еще вопрос, он не совсем по матчу сегодняшнему. Вчера за дубль играл Лукич, может быть, он помощник команде с прицелом на сторону? Нет, это попросил главный тренер дубля, чтобы он сыграл, потому что большая нагрузка на ребят ложится. По Лукичу мы уже давно определились, еще в декабре.